Я думаю, что наука медицинская делает колоссальные шаги вперед. Появляется все больше, больше, больше новых лекарств, эффективных. Все больше болезней излечивается. Все больше появляется новых методик. Даже если такое... Я не верю в то, что есть какая-то вот медицинская мафия, там, фармакологическая, которая там изобрела огромное количество лекарств и специально их скрывает для того, чтобы не дать возможность там, и так далее. Если бы они были, пусть по очень высокой цене, они бы уже были на рынке. И потом в наши времена, когда все становится известно, они все равно должны были бы клинически испытываться на людях, на добровольцах. Без этого не уйти. И все равно эти добровольцы где-то проговорились бы, это стало бы известно. Дали бы интервью, еще что-то. Это скрыть нельзя. Поэтому я думаю, что таких лекарств нет, но в ближайшее время они обязательно появятся.